Здравствуйте, мои дорогие милые зрители! После того, как я сняла видео «Террариум под стеклянным колпаком или под стеклянной вазой», то у вас возникло очень много вопросов, как же можно использовать такой колпак или прозрачную вазу, в каких других назначениях. Сегодня я вам покажу просто массу идей на разный взгляд, вкус и цвет, поэтому запаситесь печенюшками и чаем, садитесь поудобнее. Я вам буду показывать разные идеи. Первую из них вы уже видите. Это свечка-лягушка и вот такая керамическая раковина-ракушка. И где я оставила пару веточек искусственные, такие с листочками. Вторая идея будет уже со знакомой вам вазой в морском стиле. Я взяла подходящую тарелку под этот колпак. И буду использовать камешки того же цвета, что и свеча. Итак, ставим посерединке нашу вазу со свечкой, и я насыпаю камешки. Ну так примерно достаточно. И одеваю колпак. У нас получилась вот такая симпатичная и милая композиция. Можно, конечно, вот на этот помпон сверху привязать какие-то веревки или ракушки мелкие. Ну, а я оставлю так. Еще одна милая идея со знакомыми вам уже подсвечниками или свечами. Я добавлю пару кусочков торта и сверху накрою колпаком. И такая милая-примилая композиция у нас получается. Вы уже считаете, какая композиция по счету? Это третья. Но считать не нужно, потому что идей может быть миллионы. У каждого своя фантазия, и каждый применяет такие колпаки, как ему нравится. Ну а если вы серьезный человек, то можете применить и таким способом. И наш Александр Македонский под колпаком. Вот такая красота. Правда, у него помпон получился на голове, и поэтому можно использовать такие просто круглые вазы. Не обошла я стороной и любителей сада-огорода. Берем опять тарелку, ставим зайца или другую фигурку. Высыпаю зеленый песочек или можно окрасить мел. Как окрасить мел, у меня тоже есть старое видео. Итак, сделаем имитацию травы. Ну а сзади я решила поставить веточки. И вот еще одна милейшая композиция. Ну а если вы любите читать, сделайте композицию из книг. Поставим книги и для романтичности положим рядом пион. Накрываем колпаком. И такая композиция имеет место в нашем интерьере. Вы, наверное, еще помните такой шикарный цветок, который мы делали из застежек для бутербродных мешочков. Я использую его и здесь. Положу цветок, рядом поставлю вот такие маленькие, как сказать, вазочки для приправ. Ну а в них уже среднего размера свечи, которые мне нравятся. Поправляем и закрываем. Получился такой нежнейший декор. Ну а если у нас есть на туалетном столике духи одеколоны, то мы можем разместить и их. Я разместила здесь все мои духи и даже прихватила духи одеколоны мужа. И накрываем колпаком. Получается вот так. Ну а кто любит винтажный стиль, сотворим пьедестал. Я взяла ножку от подсвечника. Сверху подходящую тарелку. И посмотрите, что сверху. Та-дам-та-дам!
В общем, девчата, фантазии нет предела. Можно еще сделать и вот так. И вот так. Вот такая красота. Так что, девчата, есть еще вопросы? Где применять такой колпак? Я надеюсь, что вы примените свою фантазию, и у вас получится идея еще лучше, чем у меня. В принципе, идеи просты. Ложите все, что есть у вас дома, все, что поместится под колпак или прозрачную вазу. Итак, пишите, что вам понравилось. Я буду рада отвечать на ваши вопросы. Спасибо огромное, что вы меня любите. Я вас тоже. Хорошего вам денька и прекрасного лета. Ведь лето уже началось. Итак, до скорой встречи. Я буду рада вас слышать, видеть и читать. Пока-пока.